один из лучших молдавских нападающих последнего десятилетия, завершает футбольную карьеру. Георгий Богио решил повесить бутсы на гвоздь. Однако Заря напоследок хочет устроить достойный прощальный матч в честь знаменитого форварда. Приглашаем всех любителей футбола и в частности поклонников Георгия Богио прийти 3 сентября на городской стадион, чтобы увидеть красивый матч между бельской Зарей и футбольным клубом Спику. Давайте вместе скажем спасибо воспитаннику бельского футбола, чей гол ворота Милсами подарил бельцам первый трофей в истории. В это воскресенье Георгий Богио приглашает всех на футбол. Вход на матч свободный, а всем девушкам и детям мы раздаем в подарок бесплатное мороженое. Не пропустите, будет весело. Начало в 17:00.